из ОДКБ, необходимо выйти как можно скорее. Не нужно снова доказывать смерть чего-либо умершего. Если мы хотим, чтобы у нашей страны было будущее, а безопасность — это важнейший фактор, мы должны освободиться от него. И немного юмора. Закончим на позитивной ноте. Народ всегда правильно оценивает. И, как вы знаете, он является автором анекдотов. Говорят, у армянского радио спрашивают, что общего между Владимиром Лениным и ОДКБ. Армянское радио отвечает, оба умерли, но не похоронены. Спасибо.